На данный момент на шахте Костенко во время спасательных работах задействованы 8 отделений горноспасателей в количестве 44 человек и 12 единиц техники. Работы ведутся посменно, по 4 отделения круглосуточно в районе двух добычных участков. Газовая обстановка в норме, видимых очагов горения нет. Работы осложнены отсутствием электроэнергии, большой протяженностью горных выработок, наличием множества разрушенных механизмов и сооружений, отсутствием доступа к отдельным затопленным выработкам. Горноспасателями ведутся работы по контролю газовой обстановки.